sound. And sound is everything. Yeah.
everything is sound, and it is sound that turns matter and energy into form. If the sound changes, the matter changes.
We'll be right back.
We'll be right back.
sound. С вами Revolution Radio. У нас в гостях замечательный диджакей. Тем более диджакей старой школы. Миша Ворон. Миш, привет. Алло. Нормалек, есть контакт? Контакт есть, это самый главный контакт. Не забываем, кстати, про сайт ВКонтакте. Подписываемся на наш канал на портале YouTube. Миш, вопросик есть такой. Очень много стилей музыки ты охватываешь, много где стилей играешь. Есть предпочтение у тебя какое-нибудь? Конечно, есть. Несколько предпочтений. Я играю... На самом деле, я уже в таком возрасте, когда мне уже до стилей все равно. Меня интересует ситуация, когда ты можешь с помощью музыки настроение сделать или у себя создать. Поэтому предпочтение, можно, конечно, сказать, я люблю минимал, брейкс, тек хаус, дип хаус, перечислить. Легче сказать, чего я не люблю. А чего ты не любишь? Не люблю транс, дрэндабас. Пожалуй, что это все. Два основных стиля, которые я как-то не перевариваю. Транс и дрэндабас. Все остальное... Welcome. Вопрос немножко дурацкий, но в прошлом интервью на фестивале механики, когда был привод с Мунбима, Денис Грек отзывался то, что у космонавта плохая парковка. Что скажешь? Ее нету. Считаешь ли ты это проблемой? Для клуба это проблема, но это не главная проблема. Ну, то есть это важный аспект. Для тех людей, кто ездит на машине и кто думает, так, у них нет парковки, не поеду туда. Ну, это не вариант. Не в парковке счастье, честно говоря, вот клуба. Нет, спору нет. Слушай, Миша, вопрос такой. Как я знаю, в свои времена у тебя были наметки на строительство клуба. Были фотки ВКонтакте. Да.
мне клаберы скидывали. Да. Есть продолжение этой истории, нету? Что скажешь? Я занимался клубом 2 года, то есть я его строил. Угу. 2 года строил клуб. Клуб на Казанской улице. Лучший, наверное, был клуб. Лучший, ну, как бы на нашем уровне клуб. Единственная проблема, я его потерял. Не так давно я его потерял, так как я привлекал инвестора. Там случился неприятный момент. Инвестор прекратил финансирование. В итоге клуб ушел. И ушел он как бы другому клубу, с которым я не понимаю, насколько возможно работать. То есть я построил клуб на 90%. Надо было еще 3 месяца, чтобы его запустить. И тут я его теряю. Инвестор потерял деньги, я потерял 2 года жизни. Но, чтобы не впадать в депрессию, я ушел на Лиговку 50. Ну и взял там клуб в управление, чтобы как-то быть в процессе. Потому что 2 года я потратил на клуб и больше ничем не занимался. Строил, строил, строил. Я стал квалифицированным строителем и архитектором. Ну вот сейчас становлюсь в той или иной мере клубным промоутером. Вопрос такой есть. Изначально многие диджеи в Питере первой волны были художниками. То есть, ну так скажем, диджейство это было некий такой, как сказать, ну можно сказать, трендовый момент. Приколюха, можно так сказать. Ну, чем вначале занимался? То есть и так же и осталось? То есть... Нет, а так же и сейчас. А. То есть, так же и сейчас приколюха или нет? Ну, как сказать, ну, может быть, на более другом профессиональном уровне. Все-таки музыка растет. Я имею в виду, как сказать, ну, настроение такое слегка революционное, бунтарское. Ну, сравнимо с фонтанкой. Нет, это было. Было, да. 20 лет назад. Абсолютно верно. Мы ну, не вспоминаем. Сейчас никакого революционного нету. Есть просто тема заниматься музыкой, делать вечеринки, становиться диджеем у молодежи. В этом нет ничего нового или бунтарского революционного. А 20 лет назад, да, это было именно так. Время вспоминаешь приятное. Я стараюсь вообще о прошлом не вспоминать. Не любишь. Дело не в этом. Меня интересует настоящее и будущее. Прошлое вообще не интересует. Все, я тебя услышал. Последний вопрос. И мы сейчас отпускаем с чистой душой. Что имеется в виду? Вот ты строил клуб, мы не будем разбирать какой дизайн и так далее. Вспоминая в свои времена ушедший туннель, минимальный дизайн, но выглядело на самом деле бешено. Хаосом огромное спасибо, в свои времена все вместе получали огромное удовлетворение от клуба. Я не могу сказать, что у тоннеля был минимальный дизайн. Там с дизайном все было в порядке. Все в порядке, спору нет. Я имею в виду, что ну сталь, бетон, ну такие... Это обычная история для клубов. Минимальное внимание к интерьерам, а в то же время в клубе нам важна звуковая система, чтобы была классная, чтобы звук продавливал крутую. Ну это основа, да, конечно. Пол важен, чтобы был классный пол. Ну, там не плитка, желательно паркет. Ну вот в тоннеле единственный пол был... Он залитый был, по-моему. Залитый, да, там типа под бетон. Ну вот единственная проблема с интерьером в этом самом. И вопрос-то какой? Вопрос, грубо, в дизайне именно для клуба, что ты видишь самым эффективным и самым крутым? Ну, дизайн вообще как-то... самостоятельно существует, без привязки к каким-либо клубам. Но дизайн в клубе работает на настроение людей, на создание у них ощущения. Дизайн холодный, теплый, деревянный пол, он тебя уже сразу дает определенное настроение. На самом деле дизайн важен. Скоро нет, конечно. То есть совсем, если поставить в сарай классную звуковую систему, ну это нехорошо. Я клубе, подожди, в клубе да, есть важные моменты. В клубе обязательно нужно понимать фэншуй пространства, как логика, как люди двигаются, как удобно, где места, чтобы притулиться, где, знаешь, вот, чтобы можно было как-то найтись. В каждом клубе... Зоны комфорта. Да, в каждом клубе любой уголок
должен быть устроен таким образом, чтобы там человек мог себе найти место. Ну, есть такая ситуация. Я пришел в клуб, и я не нахожу себе места нигде. Ну, разве что приткнуться к стойке бара, и вот прилив. Да, потому что больше некуда приткнуться. Там есть вот, как предложим, какая-то сидячка, где я не хочу быть. Я хочу как-то притулиться, так чтобы мне было удобно, всех видно, если я не танцор. С другой стороны, если я танцор, я хочу, чтобы все было для танца. Я хочу, чтобы на танцполе дул ветер, вентиляция, да, чтобы прямо чувствовал, что вот она дует. Знаешь, это все такие моментики, которые в них нету мелочей. Если ты приходишь, ты понимаешь, что люди думали над дизайном. Они хотели сделать для тебя как вот посетителя. Они хотели бы сделать, ну, какие-то моменты, чтобы тебе комфортом было. Вот ты будешь в этот клуб ходить уже как привязанный. Миш, спасибо огромное. Впервые мы общаемся на Revolution Radio. Надеюсь, не в последний раз. Само собой. Еще увидимся. Друзья, с вами был Миша Ворон. Никита, встретимся. Но еще будет. Друзья, до встречи в эфире чуть-чуть позже.
We'll be right back.
Black and white.